Do you speak English? London is the capital. Сегодня этих фраз уже недостаточно, чтобы доказать работодателю свои знания английского языка. Так же, как и недостаточно времени и средств для посещения языковых курсов. Получается какой-то замкнутый круг. Но выход все-таки есть. Интернет. Способ первый. LinguaLeo. LinguaLeo. Специальные сайты для изучения английского. Пожалуй, самый популярный в России – lingualeo.ru. На первый взгляд может показаться, что этот портал предназначен для детей. Но это всего лишь оформление. Сайт определяет твой уровень языка и составляет личный план занятий, соответствующий ему. Это удобно, интересно и, главное, эффективно. У LinguaLeo есть также приложение для всех типов смартфонов. Способ второй – видеоблоги. Видеоблогс. Вам лень читать и писать? Тогда прямая вам дорога на YouTube, где можно найти любопытные видеоблоги, обучающие английскому языку. Один из самых нескучных – английский по нотам, где блогер объясняет правила языка на примере лучших мировых хитов. Способ номер три. Виртуальные занятия. Virtual lessons. Третий и лучший способ быстро и с удовольствием изучить английский. Это просто практиковать его с носителем языка. Для меня лучший способ выучить английский, о котором я рассказываю своим студентам, это использовать Skype, чтобы общаться с носителями языка. Лучший способ выучить любой язык – практиковать его. Нет практики – нет знаний. Но виртуальный учитель из Англии все-таки обойдется вам в копеечку. Любителям же халявы можно просто поболтать с иностранцем и абсолютно бесплатно. Самый известный в мире такой сайт – ChatRoulet. Рандомно соединяет тебя с человеком из любой точки планеты. Иногда даже со звездой. Как сказать... Джейсон Стэтхэм, капец. Это... Ю? Джейсон Стэтхэм. Схожий, но более новаторский проект создали наши нижегородские лингвисты. Это социальная сеть i2i Study, где можно изучить язык по бартеру. То есть тебя соединяют, например, с американцем, а ты взамен должен практиковать с ним русский. Фактически ты и ученик, и учитель. Люди встречаются, говорят на разных языках, и при этом обучают друг друга этим же самым разным языкам. Чтобы мало-мальски выучить английский через интернет, достаточно просто в течение нескольких месяцев использовать все три вышеуказанных способа. And then you'll know English like the queen. И тогда вам будет нетрудно понять, что я сейчас сказала. Помогали с английским Гайна Витян, Илья Федулов, Горький ТВ.